Здорово, ребята, меня зовут Максим. Наконец-то этот день случился. Я продался с потрохами пивоварни синдром. Так что все, что я говорил негативно про пивоварни синдром вот в этом видео, все отменяется. Отличная пивоварня, вкусное пиво, 10 из 10. Обращение ко всем прочим пивоварням, на которые я делал обзоры и которые я засрал. Если вы хотите, чтобы я поменял свое мнение, я готов продаться. Моя цена невысокая, всего лишь кепка и две пары очков. Принимаю также носки, бокалы, футболки. Исключением является пивоварня Таркас, для них особые условия. За квартиру в центре Москвы я готов начать вести переговоры о сотрудничестве. На самом деле, ребята, это, конечно, все шутка. Кто подписан на мою телегу, те уже в курсе, что я побывал на открытии бара Волковской пивоварни в Санкт-Петербурге. И помимо того, что у них в тот день были скидки на пиво, они также проводили розыгрыш среди посетителей мероприятия. Достаточно было сделать любую покупку, даже вот хотя бы одну банку пива купить, и вы становитесь участником розыгрыша. Как, собственно, проходил розыгрыш? Да просто в коробку они сложили кучу бумажек, которую нужно было вытягивать, и на ней написано, что вы выиграли, ну, либо не выиграли. И я вытянул 4 бумажки, и на каждой был какой-то приз. Собственно, очки, еще раз очки, кепка и коробка лимонада пивоварни Волковская. Ну, то есть у меня был винстрик. Нужно было бы, конечно, сделать еще одну покупку, чтобы попытаться сделать рампагу. Очень бы, конечно, хотелось снять влог об этом мероприятии, но, к сожалению, у меня нет аппаратуры, чтобы вести аутдор-съемку. Кто посмотрел мои влоги из Таиланда, наверное, понимает, о чем я говорю. Качество картинки и звука местами оставляют желать лучшего. Блин, вот на самом деле, говорят, дареному коню в зубы не смотрят, но пивоварни синдром, серьезно, неужели нельзя было сделать очки покачественнее? Я каждый раз режу себе уши вот этим вот необработанным пластиком. Я был на самом деле очень удивлен, когда узнал, что всего лишь 10 очков разыгрывалось в тот день. Просто учитывая, что я 2 раза выиграл очки, и когда я обратил внимание на их качество, я подумал, что там, наверное, очков штук 100 было в коробке. Но оказывается, всего 10 штук, так что получается фартануло. А кепок так вообще всего лишь 5 штук разыгрывалось. Но как-то я слишком затянул вступление. Но еще кое-что хочется добавить про пивоварный синдром, все последнее. У меня на районе есть магазинчик с низкими ценами, где я люблю покупать пиво. Так вот, я обратил внимание, что там цены на пиво от пивоварни «Синдром» в 2 раза ниже, чем цены на их пиво в их совместном баре с Волковской. Ну, то есть, аналогичное пиво в моем любимом магазинчике стоит 170, а в их баре 340. И, честно говоря, я не уважаю такие пивоварни, которые по таким завышенным ценам продают свое пиво в своем же баре. Но я хотел не об этом поговорить. Дело в том, что в своем обзоре на пивоварню «Синдром» я сказал, что у них пиво-то неплохое, просто оно не стоит тех денег, которые за него просят. Но на тот момент я еще не знал, что его можно найти буквально по 170 рублей за банку. Если бы оно везде стоило так дешево, то я с удовольствием бы покупал, по крайней мере, те сорта, что были на обзоре. За них точно могу ручаться, что они неплохие. И это никак не связано с тем, что на мне кепка от пивоварни «Синдром». Все, с прелюдией закончили, теперь давайте непосредственно перейдем к теме сегодняшнего обзора. Сегодня я решил сделать обзор на новинки от Волковской пивоварни. Собственно, вчера их и купил у них на презентации. За исключением вот этой вот бутылочки, она у меня уже давно стоит. Перейдем к первому пиву. А начнем мы с Wolf's Night. Это у нас Crystal Weizen, коллаборация пивоварни Волковская и Губахинская. Дата розлива 4 июля 2023 года. Сегодня у нас 6 августа. Понятия не имею, что такое губахинская пивоварня. Попробуем, а потом будем разбираться. Я абсолютно не фанат пшенички. Все, что я знаю о стиле Crystal Weizen, это то, что это разновидность пшенички, которая должна быть идеально чистая. Также я знаю, что пивоварня Nightberg в свое время делала Crystal Weizen и посвятила его ТБП. Ну, действительно, очень прозрачное, очень светлое, такое светло-желтое. Аромат, честно говоря, очень кайфовый. Стоила, кстати, баночка в районе 170 рублей. Никогда не понимал, как люди чувствуют банан в аромате пшенички. Но здесь как будто бы действительно что-то такое есть. Банановое, цветочно-фруктовое. Я на самом деле сегодня целый день ходил. Прошел вот 21 тысячу шагов и 14 километров. И довольно-таки сильно хочу пить. Надеюсь, это не сыграет на руку этому пиву. За вас. Легчайшее. Очень питкое. Очень легкая горчинка. Вкус такой фруктово-цветочный. Как будто бы даже неплохо, особенно в жару, если приходится много ходить. Но, возможно, дороговато, потому что это все-таки классика. Но так как я крайне редко пью классическое пиво, я даже не знаю, какой ценник у его конкурентов и есть ли они вообще. Давайте поподробнее почитаем об этом пиве. Начнем, пожалуй, с самого главного. Алкоголь 4,8, экстрактивность 12. Состав: вода, соут, ячменный, пшеничный, хмелепродукты, пивные дрожжи. Изготовлено на ООО «Волковская». Оценочка в Антапте 3,51. Описание. Светлое пшеничное пиво, которое, в отличие от традиционного Hefeweizen, проходит полное фильтрование дрожжевого осадка, поэтому имеет характерный кристально чистый цвет. Кстати, да, чуть было не забыл сказать. На банке написано «нефильтрованное», но барменша вчера в баре сказала нам, что оно фильтрованное, то есть здесь ошибка.
Что касается губахинской пивоварни, это пермская пивоварня. Варят они преимущественно классические сорта. И Пашку, если что, я уже причисляю к классике. Ничего у них не пробовал, на прилавках магазина не видел. Увы, в своих соцсетях волковская пивоварня не посвятила отдельный пост этому пиву. Я кое-как нашел губахинскую пивоварню ВКонтакте, оказывается, и группа называется «Пивзавод 59». Но там тоже нет никаких подробностей коллаборации, ее причины просто указываются на сам факт коллаборации. Хотел было сказать, что в общем и целом ок, но за эти деньги можно найти что-то и поинтереснее. Но у него реально интересные ароматы, но действительно вкусные. Давайте пока дальше в конце перепробуем. Далее у нас Эль Лобо, мексиканский лагерь. Я на самом деле даже не знал, что их существует две версии. По названию можно предположить, что волковская пивоварня сварила это пиво в честь Лободей, фестиваля F-Brew. Но насколько я знаю, волковская пивоварня не принимала в нем участия. 4,5 алкоголя, 12 плотности. Подозреваю, что это аналог короны от волковской, но только почему-то не в прозрачной бутылке. Обратите внимание, брендированная крышка, а здесь обычная. Дата розлива 4 июля. Итак, что мы имеем? В стакане такая вот прозрачная водичка, напоминает предыдущее пиво. По аромату напоминает мыло для рук с ароматом фруктов и цветов. По цене что-то в районе 140, при том, что это 0,33. Ну что ж, вива ла Мексика! Очень легкий, горечь, по-моему, вообще отсутствует, сладкий. Вкус какой-то слишком цветочный, мне такое не нравится. Обычно я такое чувствую, когда пью пшеничку. Давайте смотреть состав. Состав: вода, соус ячменный, пюре лайма, соль морская, хмелепродукты, пивные дрожжи. Изготовлены на волковской. Ребят, вы ничего не перепутали? Лайм и соль здесь. Оценка на Антапте 3,2. Описание. Эль Лобо – это легкий лагерь с в мексиканском стиле. Если вы любите мексиканскую кухню, Эль Лобо – отличный выбор. Лучше пить прямо из бутылки, хорошо охлажденным. Но он у меня был довольно-таки охлажденный, но, конечно, здесь тепло, он быстро нагревается. Ну не знаю, почему может быть такая рекомендация, что лучше пить из бутылки, чтобы меньше чувствовать аромата? На мой взгляд, шляпа. Давайте дальше. Далее у нас Эль Лобо Лайм Лагер. Стоит у меня довольно-таки давно, 10 апреля, дата розлива. Те же самые 4,5 и 12. Ну сразу бросается в глаза, что это пиво мутнее, чем предыдущее. Вот для сравнения, это третье, это второе. Вот здесь в аромате сразу чувствуется лайм. Хотя на самом деле больше похоже на цитрусовую карамель. Арива, ребята! Но это, наверное, поинтереснее, чем предыдущее. Но, честно говоря, напоминает лимонный блейзер. Вкус лайма как будто бы перебивает мерзотный пивной вкус, который был в предыдущей версии. Но, в общем и целом, такое чувство, что если вы хотите такой освежающий лагерь в мексиканском стиле с лаймом, то лучше купите какой-нибудь хороший лагерь на свой вкус и купите лайм. И выиграете и во вкусе, и в деньгах. Давайте читать состав. Состав: вода, соус ячменный, пюре лайма, соль морская, хмельпродукты, пивные дрожжи. Ну, то есть состав такой же, как и здесь. Ну, это очевидно косяк. Оценка 3,42, но оно лучше однозначно, чем предыдущее, и оценка это отражает. Описание. Легкий лагерь с добавлением пюре лайма в мексиканском стиле. Если вы любите мексиканскую кухню, Эль Лобо – отличный выбор. Лучше пить прямо из бутылки и хорошо охлажденным. Освежающий и яркий напиток, большое количество лайма придает пиву Эль Лобо светло-зеленый свет. Ну, что-то... да, что-то можно уловить. Но описание практически идентичное. Давайте дальше. И вот она, пожалуй, самая новинка новинок на текущий момент. Это фермерский эль с манго. На оригинальный фермерский эль я уже делал обзор. 4,8 алкоголь. А вот плотность не указана, ребята. И вот это у меня уже вызывает тревогу. Ну давайте для начала попробуем. Дата розлива 13 июля. Интересно, здесь есть пюреха? Нужно делать шалтай-болтай? Шалтай. Болтай. Шалтай. Болтай. Бомбяло. Полстакана пены из этого шалтай-болтая. Ну, самый мутный, самый ярко-желтый из сегодняшнего обзора. Сейчас я сделаю так, чтобы пена быстро сошла. Вуаля. Фермерский эль с манго. Почему-то у меня такое чувство, что это надругательство. Но аромат не могу сказать, что приятный. Не могу однозначно сказать, что пахнет манго. Пахнет опять каким-то фруктовым мылом. За фермеров, ребята. Чувствуется эта пшеничная основа, которая была в оригинальной версии. Ну, как-то спорно. С одной стороны, вроде неплохо, а с другой стороны, вроде алкоголь и лимонад. Давайте почитаем состав. Состав: вода, солода светлый, ячменный, пшеничный, сок манго, концентрированные хмельпродукты, дрожжи, пивные, сорбат калий, консервант. Изготовлено АО «Визит». Ну, то есть не пюреха манго, а сок манго, концентрат. И якобы даже не торомки. Оценка 3,6 в тапке. Описания нет.
Ну, в общем и целом, знаете, пойдет. Никакого эстетического наслаждения, возможно, вы здесь не получите. Но если вы любите сладкое фруктовое пивко, то на вечерок можно взять. Это как минимум намного вкуснее смузи аватарка с манго. Давайте итоги подводить. Не забудьте поставить лайк за мой лук. Я понял, как мне нужно правильно сидеть. Итак, начнем с первого. Обратите внимание, я его очень много выпил. Не каждый Пашка, ребята, может похвастаться таким ароматом. Я очень сильно удивлен. После вот этого всего мне это реально напоминает Ипаху. Я, честно говоря, от этого пива вообще ничего не ждал, но я очень сильно удивлен. А вот второе пахнет, знаете как? Я вот сегодня целый день ходил по жаре, пропотел, моя футболка была насквозь мокрая от пота, так вот она пахла так же, как это пиво. Но вот по вкусу, мне кажется, они различаются, потому что пот соленый, это пиво сладкое. Мне кажется, что пот вкуснее. Но здесь они заюзали чит-код, добавили лайм, и непонятно вообще, что там за пиво. Но вот это стопудово нужно пить холодным. Я прям чувствую, как оно портится от того, что нагревается. А вот этим вы можете даже угостить свою девочку. Вот такой вот обзор получился, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Меня зовут Максим. Всем удачи.